Во-во, ускорение. А, задавили мы зомбака. Вот такой. У нас пожарный автомобильчик превращается в такой вот зомби-машину. Апокалипсистическую машинку. Апокалипсис. Да, зомби-апокалипсис. Давай, давай, есть вперед. Во! Пролетели. Хорошо. Давай, давай, машиночка наша. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». И мы едем на таком автомобиле с пожарной помощи. Фаертрак. У нас установлена пушка, есть ускоритель. И полчища зомбаков хотят нашей смерти, да? Так, ну мы, конечно же, победим. И проедем эту трассу спокойно. Сейчас посмотрим, докуда мы доедем с ускорением. В принципе. Давай-давай, ускоряемся. О! Так, ускоритель у нас закончился, ладно. Ага, ну что у нас по бензину, по бензинчику? По бензинчику тоже у нас понты полные, причем. Все, бензин закончился. Давай приобретем топливный бак, купим. И коробку передач улучшим. Хорошо, пока. Все, мы не можем ничего улучшать. Все, поехали. Сейчас, может быть, мы проедем, конечно, чуть-чуть больше. Давай, давай. Машинка вообще интересная, красивая. Мы ее будем улучшать, будем защищать в брони. Еще больше бронь добавим нашему автомобильчику. Но для этого нужно, конечно, заработать денег. Сейчас проедем эту трассу. Нам дадут немножко денег. Возможно, возможно, мы ее сейчас не проедем. А может быть и проедем, посмотрим. Давай. Ой-ой-ой, она была на верхнем. Конечно же, на верхнем был, но не получилось. Ну, ладно. Что ж ты делаешь? Так, двигатель сломан. Все понятно, нам алгоритм игры не дает проехать дальше, пока мы не купим защитку. Ладно. Защитку тоже мы сейчас не можем купить, ничего страшного. Ух ты, а ты знал? А я не знал. А я не знал, что здесь так можно сделать было. Прикол, прикол. Офигеть. Интересно было. Сейчас еще раз я попробую так съездить. Было интересно. Так, что у нас защитка отлетает? Угу. Да, потихонечку горит. Так, нужно от этих зомбаков убегать аккуратненько. Зомбачье, зомбачье. Так, давай, 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 еще, еще. Все? Закончилось у нас бензин или что? Или зомбаки нам мешают? А, гады. Держат наш автомобиль. Мы проехать дальше не можем. Не хватает сил у двигателя. Все, и здесь заканчивается у нас бензин. Да, классика жанра. Улучшить мы что здесь можем? Бронь. Да, броню. Все, посмотрим. Вот такая бронь у нас получается, да? Что ж, поехали. Еще раз попробуем. А куда мы там залетали, ты не помнишь? Да ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не. Стопы, стопы. Сначала давай попробуем. Во-во-во-во, сюда залетаем, во. Ай-яй-яй, опа, отлично. И едем вперед. Прикольно. Прикольно. Так, закончился ускоритель у нас. Но бронь пока еще не отлетела, и то хорошо. Опа, все, всех, всех взрываем, всех убиваем, всех уничтожаем. Осталось нам еще проехать много-много миль, чтобы выиграть
это состязание. Так, ребята, не мешайте мне, иди отсюда. Зомбак, иди. Прицепился прям к колесу, все, отпустил. Хорошо. Так, бензинчик где заканчивается? Ну, здесь где-то, все. Все, закончился бензин. Что еще такое улучшить? Не хватает денежек, ладно, едем дальше. Монстр-машина, ребята. Опа, заехали, едем вперед. Давай. Офигеть, и дальше что? Не получилось у нас? Не фартануло, и дальше что? Но... И все, что ли? Раз, два, три. Поехали, ускоряемся. Давай. Все. Все. Мы застряли, ребят. Идем в гараж. Поехали дальше. Едем. Давай, не будем туда проезжать. Сейчас будем аккуратненько, ровненько ехать. Ускорением не баловаться. Потому что таким макаром мы далеко не уедем. Во, стреляй, правильно. Патроны есть, автомат есть. Давай, стреляй. Еще 4 патрона у нас. Есть. Вот этого жирного, да, правильно. Все, закончились патроны. Так, здесь ускоримся. Во, поехали. Здесь уже можно ускоряться, слушай. Во, отлично, наверх. На самый верх. Вот, хорошо. Все, закончился ускоритель у нас. У нас еще есть куча бензина. Отправляемся, едем. Ух ты, нифига, смотри, какая яма. Опа. Давай, еще чуть-чуть, немножечко. Пока у меня все, бензинчик закончился. Ну, прикольно было. Да, интересно. Ну, что, давай этот автомат возьмем. Вот. Таким-то нашим автоматом улучшенным. С улучшенным автоматом нам ничего не страшно. Нам не страшны зомбаки. У нас 25 выстрелов еще есть. А зомбаков-то много. Ну вот. Как они разлетаются, зомбаки, смотри, офигеть. 17 патрончиков. Сейчас мы потихонечку здесь будем ускоряться. О, здесь вот, Все, поехали на ускорение. Вот, аккуратненько. О, хорошо, давай вверх. Еще немножечко. Вот, давай. Ускоритель еще есть. Все, закончился у нас ускоритель. Ой, что, застряли, что ли? Подожди, в смысле, алло. Давай, вперед едь. Все, здесь и летим вниз. Аккуратненько. Во! Смотри, бензин сейчас закончится. А, закончился бензин. Ну, немножечко. Там, конечно же, мы успеем. А купили мы автомат еще дополнительно. Все, едем. Теперь вообще у нас максимально 42 патрона у автомата. Отлично. Всех зомбаков мы будем уничтожать. Так, давай немножечко. Газку. Отлично. Давай, ладно, по низу поедем, то тоже интересно. Все, зомбаки отлетают только так. О, ух ты, перевернулась машинка наша. Давай, вперед, ускоритель закончился, елки-палки. Давай, аккуратненько, давай вверх. Все. Здесь проехали и едем еще вперед. Давай, машинка. Давай. Во, молодец. Все, и здесь будем вниз падать. Давай, вот, хорошо, я думал, уже бензин закончится. Нормально все. Успели. Опа, и все, и закончится здесь бензин. Хорошо. Ну, в принципе, все равно нормально. Хорошо. Так, улучшение. 44 тысячи, да, у нас? И здесь у нас на 44 тысячи ничего абсолютно мы не можем купить. Ладно, едем дальше. Аккуратненько. Во, ускорение. А, задавили мы зомбака. Вот такой
нас пожарный автомобильчик превращается в такой вот зомби-машину. Апокалипсистическую машинку. Апокалипсис. Да, зомби-апокалипсис. Давай, давай, есть вперед. Во! Пролетели. Хорошо. Давай, давай, машиночка наша. Зомбаков мы всех фигачим. Так, и тут немножечко надо проехать. Давай, давай, давай. А, зомбаки мешают. А, мешают. Отстань от меня. Вот, и здесь мы вниз спускаемся. Во. Ускоряемся, едем. Блин, чуть-чуть не хотел доехать. Вот, едем, едем, едем. Что у нас мы тут видим? Так, в принципе, ничего интересного. И заканчивается у нас бензинчик. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.